Приветствую всех, мои дорогие друзья, меня Гет зовут, и мы продолжаем проходить Rayman 2 The Great Escape. Давайте сразу вдаваться в экшен. Как я уже сказал, в прошлой серии одна из моих любимых игр эры PlayStation 1. Поздно все-таки я начал ценить это все дело. Как я уже сказал, у меня PlayStation 1 появилась достаточно давно, но имеется в виду, все самые интересные игры появились у меня намного позже. Ну, Crash Bandicoot — это, несомненно, у меня одна из самых первых игр, которая появилась еще, наверное, у меня в 95-м году, когда она только вышла. Так, здесь у нас достаточно такое болотное место, и соответствующая музыка нам дает понять. Мы освобождаем какое-то существо. И это змея. Как я могу тебя отблагодарить? Ой, забудь, Сэм. А, я даже забыл, как хорошо потянуться и как это чувствуется. Феноменально. Скажи мне, ты случаем не знаешь, где найти 4 маски Полукаса? Прости, Рэймон, я не знаю, о чем ты вообще говоришь, но я видел, как Глобокса поймали 2 пирата. И они отвели его куда-то дальше за болото. Если хочешь, я могу тебе помочь добраться до следующего берега. Ты можешь зацепиться за мой шар, просто стрельни в него. Потом нажимай крестик для того, чтобы прыгать. Давай, поехали. Ну, давайте пробовать стрелять. Поехали. Один из самых сложных уровней, который я не мог пройти в детстве. Воу! Именно потому, что был здесь все очень сложно собрать. Я всегда любил все собирать. Я был такой. Я вот сейчас вот не собрал бы, я бы специально сейчас умер, чтобы это не собрать. Но при вас этого делать не буду. Так, существо. Ну, даже на руку. Так, поехали. Видите, то есть здесь немножечко другая механика игры уже пошла. Здесь у нас Рэймон делает такие непонятные вещи. Чего перекосило налево, не знаю. Так, давайте пробовать клетку освободить. Я без клетки никуда не уеду. Ура! Оп! Yes, yes. Так, и старые бабульки здесь меня ждут. Страшные. Еще старая бабулька. Отстань. Так. У нас здесь реклама. Рекламируют каких-то пираний. Так, здесь самое главное сейчас не врезаться в какую-нибудь бомбу или в какой-нибудь столб впечататься. Здесь нужно... Оп! Нет, блин. Так, мне бы специально сдохнуть. Можно, 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 пожалуйста. Я хочу сдохнуть. Спасибо. Поехали. Я хочу запрыгнуть и там все собрать. Хоть я тот помню, который я пропустил, но я хотя бы буду знать, что я его пропустил. А так, ничего не собирать совсем. Это уж неправильно. Так. Оп, и поехали. Поехали! Ура! Фух. Так, музыка так остановилась. Воу! Так, вот это я не собрал, это сложный какой-то. Так, так, так. Оп! Нам все равно нужно, нам сказали эти, что нам нужно 150 люмов для того, чтобы пройти следующую дверь. Так что я пытаюсь собираться по максимуму. Так, 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 так. Поймал. А-а-а! Ты меня не ешь-то. Здесь меня съедали постоянно, я помню. Воу! Ура. Рэймон, до скорого. Приходи повидать меня. Я вернусь, обещаю. Я буду скучать, мой друг. Я тоже. Нельзя терять время.
Нет времени. Точнее. Нельзя терять время. Ну, сейчас еще один русский танец и поехали. Надь, запрыг... Ой, так, прыгаешь-то. Так, ну нас просят сохраниться, давайте сохраниться на первый слот. Да, перезаписываем. Хотя лучше было бы новые всегда записи делать, потому что так будет даже лучше, на самом деле. Ну, что поделать. Так, поехали дальше, на новый уровень. The Bayou. Bayou. Потому что когда... Эти роботы разговаривают, они говорят «Баю». Баю. Достаточно забавно. Тем временем. Пиратский тюремный корабль. Заключенных на борту 22 730. В частной каюте Бритвобородова. Ты заплатишь за это, солдат? Кто осмелился потревожить меня? Ваша чудовищность, он добрался до болота. Что? Ты некомпетентный придурок. Пошли военные корабли, уничтожь его. Нельзя, чтобы эти четыре маски достались его грязные руки. Мне нравится, что у них зад корабля в форме черепа кракова. Достаточно забавно. Но это более мелкие корабли. Итак, у нас уровень в джунглях. Один из крутых. Ну, не самых крутых, но крутых. Это все уровни крутые. Воу-воу-воу, подожди. А, твою мать. Долбанули меня все-таки. Бири-бим-бим. Так. Хорошо. Собираем люм, пока можем, у нас. Время есть, никуда мы не спешим. Корабль куда-то туда уплыл. Хорошо. Оп, у нас чекпоинт. Полетели. И чё ж так все трясется? Твою мать. Отлично. А там пират. Так, пойди, здесь вот замкнутое такое пространство, имеется в виду, узкое. Достаточно легко попасть все-таки, чтобы... Вау. Мне нравятся вот такие атмосферы, хоть она и старая игра, здесь, видите, прям видно, прям стену этих джунглей. Но все равно некую атмосферу это передает, согласитесь? Вау, вау, тихо. Да, ёмать, что-то я запрыгался и заговорился. Так. Отлично. Бабульки теперь не застанут меня врасплох. Я готов. Держи. Теперь мы, кстати, синими шариками стреляем. Заметили? Я намного быстрее. Оп. Так. Ну, следуем за кораблем. Хоть он пытается нас найти, но мы, на самом деле, пытаемся найти его. Точнее, следовать за ним. Так, там я вижу клетку. Я не слепой. Ей! Так. Май-май! Воу, тихо. Все-таки он меня видит. Так. Или, может быть, он специально нас куда-то...
Воу-воу-воу, подожди. Ну, оставь мне хоть чуть-чуть, чтобы я допрыгнул. Спасибо. Воу! Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, давай просыпайся, парниша. Здесь такая более серьезная боевая музыка. Она, по-моему, будет еще на боссе играть на одном, помню. Она реально крутая. Потом услышите ее еще раз. Заметили? Здесь, то есть, есть контраст. После первой части здесь намного все как-то страшнее, серьезнее. Здесь такие существа непонятные. Вот эти пираньи, например. Хотя они были, эти пираньи, в первой части. Им можно было зубы выбивать. Теперь им зубы... А, можно! Можно все-таки выбить им зубы. А, ну все, она теперь не прыгает. Забавно. Так. Бум-бум-бум-бум. Отлично. Вау. Текстуры мне прям в экран. Хорошо, здесь макака. Воу-воу-воу, подожди. Что это такое? Это макака или что это? Иди сюда. Фух. Так, у нас еще выдвижной мостик. Бежали. Так, аккуратненько. Но все-таки есть свой фан в таком. Такой платформер все-таки интересный, да? Он здесь сменяется и на 2D стилистику, и на 3D. Так, здесь можно на бочках прыгать у нас вот таким образом. Так, воу. Тихо. Все, выбрались. И уже здесь такой Crash Bandicoot пошел. Платформер под названием «Беги вперед». Так. Оп, тихо ты! Задели меня, твари. Хорошо. Хорошо, что мы зеленый люм здесь собрали. Так. Отлично. Мне вот эти все нравились кувырки этого Реймона вообще. Очень круто сделано в тот момент. На тот момент. Цвету. Оу. Так. Оп. Оп. Так. Еще один чекпоинт. Что это за звуки были? Страшные. Так, здесь у нас один. Макака такая, почему все двигается? Или наоборот, вообще, то есть не процессирует этот процесс и стоит себе дальше. Давайте его позовем. Ну давай. Ну. Давай, до свидания. Несложный парниша, в принципе. Но если паниковать и тыкать все подряд, то можно, в принципе, вместе с ним упасть. Так, у нас здесь Tomb Raider уже пошел. Видите, ну то есть, все-таки много всяких инфлюенсов эта игра понабирала. Но именно эта игра дала инфлюенс многим другим играм. Воу! Не успел. А еще такая гитара прям. Черт, мы еще порезали. Успел ли я? Yes, успел. Воу, раздавили меня сразу. Боже. Так. А. Так, вот, я просто помню, здесь люм где-то был, поэтому я так и сделал. Вот он есть. Отлично. Так, ну, наверное, сюда. Тут у нас люмы, но это наверх мы заберемся. Вон клетка. Освободил. 3 из 4. Вон четвертая. А вон четвертая. Отлично. Но она не засчиталась. Хорошо, значит, я где-то клетку пропустил все-таки. Да. Бедное существо. Реймон тебя не спас. Точнее, человек, который управляет Реймоном. Жалко. Может быть, я кого-то здесь упустил? Подождите. Может быть, здесь где-то еще клетка. Вроде нет. Я не вижу. Джунгли, чернота. Хорошо. Так. Давай танцевать. Тун-трун-ту-т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 ун. Окей. Ну и давайте двигаться на следующий уровень. Мне здесь очень нравится сетка уровней.
в месте, где вулкан, что ли, я не знаю, там какая-то лава, там такое все красное, такое все горит. Не знаю, очень-очень крутая ветка уровня, и музыка была просто феноменальная. Так, я, кстати, вижу, уже сейчас будет у нас бонусный уровень. А в этой игре они тоже есть. Заключается бонусный уровень в том, чтобы нужно было перегнать нашу фею Ли. Она такая, хей. Давайте попробуем. Да, сейчас будем бежать. Здесь вот показывается, здесь нужно на время. Здесь еще один способ набрать люмов. Поехали. Она такая, видите, смесь лисы с человеком каким-то, я не знаю, ну с каким-то существом. Воу-воу-воу, так. Я просто не видел, что внизу. Воу. Воу. Так, нужно на время, видимо, за ней. Так. Я уже не успеваю. Отлично. Чекпоинт, наверное. Come on. Окей, сейчас будем. Побежали, побежали. Так. Так, собрал. Ура. Еле успел. Отлично, 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 отлично. Давайте, 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 давайте. Come on. Иду, иду. Беги, давай, быстрей. Да хорошо, бегу, камон, камон, давай. Ты мне назло это делаешь, девушка. Так. Хап. Так. Так, ну вот музыка начинает такая играть, когда я не успеваю. Такая она тоже динамичная. Так, оп. Я пытаюсь все все-таки собрать. Это одна из наших вещей здесь. Ты сможешь. Так. Все, 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 все нормально. Оп. Оп, оп, оп. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Yes, ура. You made it. Ну, я ее не перегнал, но... Здесь, я думаю, невозможно ее перегнать. Здесь прикол в том, что нужно просто успеть за время добежать. То есть, за ней. Давай, Рим, шевели поршнями. Пока, хей. Ли. Забавно все-таки. Так, давайте сохраняться. И двигаться дальше. Нас ждет приключение. Override completed. Так. Whale Bay. Значит, это уровень с китом, если... Да, да, да. Угу. Так, один из моих самых любимых уровней, честно вам скажу. Потому что здесь открывается такой подводный мир. Вот этот краби крутится. По-моему, если его много раз ударишь, достаточное количество, то он потом начнет... Даст тебе жизнь, что ли, если не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Так. Здесь плавательный уровень. Здесь мы будем долго плавать. Здесь такой Tomb Raider пойдет. Так, так, синий люм, в принципе, не важно собирать. Главное собирать золотые. Опять же, музыка, которая нагоняет атмосферу. Так. Так, 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 давай, давай. Оп. Дыши, дыши, Реймон. Так, я не пропустил никакой люм. Вроде, вроде не пропустил. Нет, не пропустил, хорошо. А, вот, пропустил все-таки. Так, давай быстрее сейчас. Давай, 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 Реймон. Мы успеем, мы успеем, мы успеем. Все. Так, что делаешь? Прыгай. Оп.
еще один. Здесь лазер. Ага. Достаточно простая головоломка, если ее можно так и назвать. Так, чекпоинт, отлично. Мне очень нравится звук, когда вы собираете эти люмы. Такой прям реально согревает душу, можно так сказать. Я думаю, саунд-эффекты очень большую роль играют во всех играх. Вы помните, какие саунд-эффекты, где, что, как выбирают. Очень запоминающиеся хронотриггеры саунд-эффекты. Очень запоминающиеся саунд-эффекты в Crash Bandicoot, в Реймане здесь вот особенно. В Final Fantasy в серии очень запоминающиеся саунд-эффекты. Все их постоянно юзают где-нибудь. Ну, в Марио там и так далее. То есть это все-таки придает такой шарм игре. Вот мне нравится именно этот. Как... тихо. Значит, я зубы выбью. Так. Оп. Отлично. Так, еще один чекпоинт. Нам тут пихают. Здесь такая песочная уже зона. Это вот довольно интересно. О, бочка. Давай подеремся. Так, 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 осторожно. Сейчас я его закидаю. Отлично. Сейчас он закроется, как черепаха. Потом опять встанет. Надо его опять закидать. Тут, по идее, можно генерировать как-то силу, если квадратик держишь. Но, видимо, у меня нет еще этой способности. Можно очень крутую... Ну, как, например, в первом Реймане держишь квадратик, и он кулаком крутит, 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 пока далеко его не кинет. Здесь примерно то же самое, только здесь с люмами. Их можно такими сильными сделать, как, скажем, сгенерировать крутую ракету, если не ошибаюсь. Так, вам жизни кучу дают, спасибо. Так, есть кнопка. Так, но я сначала заберусь наверх. Так. Все сундуки с золотом. О, и наш первый... Первое наше существо, которое мы освободили. Оно нам придало жизни. Еще раз на кнопку нажмем. И побежали. Там лазеры должны были отключиться, по идее. Эх. Так. Воу! Нормально. Так. Оп, 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 оп. Круто. Так, что здесь у нас? Воу-воу-воу-воу-воу, здравствуйте. Нет, нет, вот сейчас я знаю эту фичу. Надо, чтобы он взорвал вот эту. Оп, ура. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Отстань. Так, да надо бы как-нибудь прицелиться у него. Воу-воу-воу-воу-воу. Отстань, отстань. Все-таки хочет меня он поймать своим крюком. Целься, целься, давай. Так, так, так. Надо ждать, пока он погаснет. Но в это время атаковать нельзя. Отлично. Так. О, дохни, парниша. Давай уже, все. Отлично. Так, здесь что, ничего? Help. Так, там вот клетка. Из-за чего мы эту дверь взрывали. А, ну здесь на пальму, видимо. И на... Вау! Ура! И я думаю, это... Что у нас там дальше будет? По-моему, кит. Подводный уровень у нас здесь. Как я и говорил. Ага. Так. Хорошо. Чайки где-то. Так, давайте сначала все соберем здесь, нежели освобождать. Тут надо ее освободить, нашего кита. Это и она все-таки, это женщина такая. После люм, я сейчас на обратном пути его возьму. Это я возьму вот эту и вот эту. Вроде все. Здесь вроде все собрал. Так, давайте, значит, я не буду есть синенькую эту, синенький люм. Потому что нам он нужен, понадобится. Мы сейчас очень долго будем плавать под водой. У нас просто не хватит воздуха. Вот поэтому нам нужны синие люмы.
Там, вы слышите такой звук? Это вот эти вот пираньи, они едят синие шарики, которые пускает Китиха, если так можно ее назвать. А синие шарики нам нужны, она будет их выделять. Так, для того, чтобы мы могли дышать или плыть за ней. Она сейчас очень долго будет плыть куда-то вперед. Так, что-то я заплылся здесь и ее не освободил. Нам нужно вот 3 рычага, 4 точнее. Давай. Тюм-тю-тюм-тю-тю-тюм. Так. Давай воздух. Да. И последний где-то. Вот он. Через стену вижу. Так. Давайте плыть за ней. Так, сейчас я подышу. Давай, Реймон. И поплыли. Так. Давайте плыть вниз. Все, плывем. Так, оп. Вот надо пиранья. Вот тварь съела все равно. Их нельзя сейчас зубьем. О, черт. Тихо. Плывай. Нужно их отгонять от моих синих шариков, иначе я тут сдохну из воздуха. Так, уходите. Так, уплывай, мое. Но опять же, вот мне так нравится здесь музыка, такая атмосферная здесь. Так, тварь. Ну, хоть золотой люм собрал. Так, следующий не надо, пожалуйста. Есть. Как него взять теперь? Они его сейчас съедят, да? Они следующий съели. И они этот съели. Походу мне все. Мне хана, ребят. Да. Так, ну давайте еще раз пробовать. Поплыли. Так, а где кит? Кит сзади нас. Да? Или где он? Угу. Мы должны его... Да, тупанул я все-таки. Он мне еще хвостом хлестнул. Просто отлично. Так. Давай, кит, плыви, а я за тобой сразу. Я не буду сейчас париться с этими золотыми люмами. Воздух. Оп. Ну, мы постоянно будем в таком состоянии. Изможденном. Хоть мы сейчас опередили пираньи, не плыви отсюда. Плыви отсюда. Вот видите, какие коварные твари. Ну, лишь бы воздух за гробастость. Так. Давай. Отлично. Отстаньте. Так. Не плывут там. Уйдите. Мое. Отлично. Иди отсюда. Так, они хоть золотые не едят. Иначе был бы вообще фейл. Так, отстаньте. Мое. Не трогать. Вот это был очень нервный уровень, на самом деле. Я, когда был ребенком, очень здесь нервничал. Я так боялся, что вот Реймон задохнется. Я так чувствительным вообще как всяким вещам был всегда. Так, уплывайте. Нет, мое. Уйди. Иди отсюда, тварь. Так. Плывите отсюда, плыви, мое. Воу. Иди отсюда. Так, yes. Сразу двух зайцев. Доплыть бы, а? Уже все, доплыли. Ура. Контроллера.
классно, не знаю. Мне очень нравится этот уровень. Музыка просто прекрасная, честно вам сказать. Я уже сколько раз, я уже всю плеш проел, наверное, вам этой музыкой, но она реально крутая. Так, у нас мы продолжаем плыть дальше. Так, берем наш синий люм. Давайте плыть выше. Так, у нас там куча красных люмов. Давайте соберем. Зачем же они там будут пропадать? Вроде у нас и так полная жизнь, но... А, нет, не полная. Даже, кстати. Как будто нас к чему-то готовят. Так, 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 воздух, воздух. Все хорошо, Реймон, мы плывем. Не переживай. Так. Хорошо. Тревога все-таки не кончается. Кто смеет нарушать покой этого места? А, ну, я Реймон. Реймон? Это имя ни о чем мне не говорит. Чего ты хочешь? Я должен найти 4 маски, чтобы вернуть Полукуса. Это наш последний шанс для того, чтобы прогнать пиратов. Откуда мне знать, что ты не какой-нибудь воришка? Только твоя сила и смелость убедят меня. Приготовься к бою! Это, по-моему, одна из самых крутых заставок сейчас. И один из самых крутых босс-файтов. Так, ну, нам, по идее, нам нужно к нему просто добраться и уворачиваться от его сосулек, что достаточно непросто, насколько я могу вспомнить. Но у меня пока получается. Так, оу, так, так, так. Ого, еле-еле спасся. А? Чё, куда? Так. Ой, так, что-то я поздно нажал кнопку, давайте еще раз пробовать. Сейчас попробую, все у нас получится. Так, главное уворачиваться правильно. Воу. Так. Давай, Реймон, yes. Так, от этого вернулся. Сейчас вот это последнее. Оп. Отлично. И. Yes, получилось. В принципе, несложный босс, но эпичный. Так. Яй! То же самое, что он говорил в первых частях буквально. Честно сказать, я когда Реймона на геймбой увидел первый раз, ну, мне показался он геймбойным, я его все еще геймбойным и считаю, я... После того, как я узнал, что он, оказывается, на PlayStation 1 был, я немножко удивился. Потому что я всегда Реймона считал таким реально крутым героем, таким вот, не знаю, спасителем. Человеком, который, ну, он умел... Мне нравился его голос, его сама харизма такая, вроде он такой добрый, знаете, он... Такой реально вот помрачнее мне он казался. А когда я увидел этого такого шуточного, такого... Я не знаю, не хочу никого обидеть, честно. Мне просто он такой там глазастый, я не знаю, мне он странный показался. Приветствую, я Полукус, дух мира.
Я вижу, что ты нашел одну из моих четырех масок. В данный момент я очень далеко и могу говорить только во снах. Но если ты принесешь мне оставшиеся три маски, я пробужусь и помогу тебе в борьбе с пиратами. Нашего мира в твоих руках. Давайте сохраняться. То есть вы видите, как обстоят дела. Вот это странное существо с длинными руками, такое даже немножечко страшное, оно является каким-то своеобразным богом в этой вселенной. Молодец, ты нашел маску перед тем, как это сделали пираты. Нельзя терять время, они ищут уже вторую. Надеюсь, у тебя есть 150 люков для того, чтобы открыть дверь. Да, есть. Вторая маска защищается каменным колоссом. Ли связалась с его духом, и он готов помочь тебе. Эй, ну наконец-то, хоть какие-то хорошие новости. В любом случае, не забывай собирать больше люмов. Нам нужно будет уже 400 для того, чтобы открыть для тебя следующую дверь. Отправляйся же. Отправляйся. Давайте, ребят, мы на этом... Здесь будут бегаркеты. Да, они забавные достаточно. Давайте, ребят, увидимся в следующий раз. Меня Гет зовут. Надеюсь, вам понравилось. Это был Raymond 2, The Great Escape. Всем пока.